РЖД Владимир Якунин прибыл в Петербург полюбоваться железными дорогами. Не настоящими, а нарисованными. В этнографическом музее сегодня открылась выставка, посвященная 175-летию железных дорог России. Большая часть экспозиции – это работы, присланные на конкурс, который проводился РЖД. Молодые художники соревновались в четырех номинациях – портрет, пейзаж, историческая сюжетная картина или картина о железных дорогах советской эпохи и современной России. Популярнее всего оказался пейзаж, хотя, по мнению главы ведомства, очень многие из тех, кто работает на поездах, были бы достойны портрета. Человек труда, как и раньше, так и сегодня, является героем нашего времени. Поэтому люди все разные, мужчины, женщины, молодые, старые. И это с точки зрения художника, портретиста, прекрасный материал, потому что это люди всегда одухотворенные. У них, я даже когда вот с детьми встречаюсь на детских железных дорогах, я могу сказать, что они выглядят иначе. Помимо конкурсных полотен, на выставке есть работы из Третьяковской галереи, Эрмитажа и различных профильных музеев. Как говорят организаторы экспозиции, это свидетельство того, что интерес к железным дорогам возникает у художников отнюдь не только по заказу властей.